Библия говорит. Алексей Алексеевич, э, каким образом мы должны превзойти праведность книжников и фарисеев С собственными праведными поступками, делами, соблюдением заповедей или верой в Христа? Ведь праведность книжников и фарисеев заключалась в исполнении закона. Означает ли это, что мы должны их превзойти своими праведными делами и соблюдением заповедей? Очень интересный вопрос. И он касается самой сердцевины спасения или Божьего плана искупления. Бог устроил наше спасение очень интересным образом. Он сначала на протяжении нескольких тысячелетий показывал людям, что они не в состоянии достичь того стандарта абсолютной праведности, который необходим для того, чтобы человек был спасен. По сути дела, закон... Написанного посла Николатом, был детоводителем ко Христу, то есть закон указывал на Божьи стандарты. Но никто из людей на протяжении всей истории израильского народа не способен был его исполнить. Даже когда Бог установил жертвоприношение, систему, когда люди, нарушая закон, имели механизм, как это исправить, чтобы прийти к Богу с признанием вины, с указанием на Искупителя, который когда-то придет. Даже это не смогли исполнить. И на это есть причина. Дело в том, что проблема грехопадения, проблема человеческого греха заключается не столько в делах, нарушающих Божьи стандарты, сколько во внутренней позиции сердца, которая ставит тебя в дисгармонии, во внутреннее противоречие с Богом. И это самый главный корень неправедности. То есть, когда мы говорим о неправедности, неправедность – это не список дел, который был сделан неправильно. Неправедность – это внутреннее отношение человека к Богу, который является законодателем вообще всего. И наша проблема самая большая заключается в том, что После грехопадения все люди, которые рождаются от Адама, они рождаются с внутренней претензией на независимость. С внутренней претензией на то, что человек будет сам по себе определять, что хорошо, что плохо. Определять, что правильно, что неправильно. И когда мы говорим о том, что кто кто-то пытается показать, что вот есть Бог, вот Его стандарты, то человек, даже соглашаясь с тем, что эти стандарты хорошие, он внутри пока не изменит вот эту внутреннюю свою позицию. Он никаким образом до праведности не может достичь. Теперь смотри, что делает Иисус Христос. Иисус Христос приходит, Он на Голговском кресте берет на себя наш грех, и Он отдает нам свою праведность, абсолютную, стопроцентную праведность. Но самое главное, что когда Дух Святой прилагает все это к сердцу человека, внутри происходит радикальная революция. Апостол Иоанн в первом послании, в третьей главе, говорит о том, что те, кто рожден от Духа, те, кто дети Божии, они не могут грешить, они не могут оставаться в грехе. Почему? Потому что внутренняя позиция померну, повернулась с позиции противления Богу, она повернулась на позицию гармонии с Богом. И эта вот внутренняя позиция, она стала возможным только тогда, когда Дух Святой поселился в человеке. То есть это не сам человек стал более благосклонным к Божьей воле, это Дух Святой, который внутри его живет. Вот почему Иисус говорит, не можете, если не, не родите свыше, не можете, не увидеть Царствие Божие. То есть, когда Христос говорит, если праведность ваша не превзойдет праведность фарисеев и вот, он, он имеет в виду праведность совершенно другого типа, совершенно другого уровня. Это праведность, которая работает, построена совершенно по другой схеме. Фарисеи имеют закон, но сердце сопротивляюще, сопротивляющееся Богу, гордое, самоутверждающее, человек, который рожден от Христа, он в нем главная проблема решена в нем решена проблема его противления Богу он теперь покорен Богу он теперь ищет того что божье вот и теперь для него и закон имеет совершенно другой смысл он теперь для него не инструмент которым он измеряет спасен или не спасен <сёк> а, а тот стандарт который говорит вот какой бог и вот что бог хочет и вот что значит э, если ты живешь в гармонии с ним вот как это выражается на практике Замечательно. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Драгоценные, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с вашими близкими и родными. На сегодня все. Храни вас Господь.